Завтрак в отеле. Пацаны, спасибо всем за поздравления. Всем победы сегодня желаю, самое главное, да? Град пошел. Им ждем автобус. Поехали, да. За решеткой только гостевые болельщики. Thank you.
Галарова просто поломали. Данидик, вставай, Данидик. Побеждать, 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 побеждать. Болельщики прервались. Конечно, это было сделано специально, чтобы у арбитра появилась возможность добавить время. Потому что добавить во втором тайме вообще не за что. Ну, я думаю, даже пару минут. Посмотрим, сколько добавит он. Он сегодня весь матч сидел в одну сторону. Антоха, давай. Мимо, блин. Тащи, папочка. Все. Мы в премьер-лиге. Мы в премьер-лиге. Николаевич, посмотри результаты, Николаевич. Результаты посмотри, блин. У тебя телефон. Какие результаты? Потом. Кама. Николаевич, бля. Кама, как ты это сделал? О, бля. Выйди, конечно. Сегодня вся Башкирия горда этой, клуб, этой командой, этим клубом, этими пацанами, которые сделали сегодня маленькое чудо. У нас еще плей-офф, поэтому сейчас надо один день отдохнуть, проанализировать и готовиться уже к страховой игре. Я просто хочу поздравить всех болельщиков с этой маленькой пока победой и сказать, болейте за Уфу, потому что это клуб, как говорится, с большим сердцем. Вы это сегодня видели. Сегодня мы все болели просто за классный и невероятный футбол. Что было в перерыве? Потому что игра Уфы во втором тайме изменилась полностью. Завладели мячом, три замены провели. Эти ребята в итоге организовали первый гол. Ну, я бы сказал, даже те, кто не вышел сегодня, организовали гол. Вы видели, сегодня команда жила. Те, кто не вышел, те, кто вышел, вклад принесли свой. Поэтому Уфа! Ради Париж, вся команда Газизов здесь, Шамиль Камилович, слушаем вас. Я хотел поздравить, Шамиль. Я не знаю, что вы там хотите. Мне с Москвы, мы же
воины, настоящие мужчины, и у них сильный руководитель. Поэтому обнимаю, поздравляю, доставили радость и самое главное ощущение того, что даже вот в таких нехороших условиях, мягко скажем, мы победили. Это очень-очень, это вот настроение настроено. Ради Владимир, спасибо! Болельщики встречают нас в аэропорту. Легенда уходит. У нас просто руки дрожали. Бой!